Золушка в 3D. Популярная музыкальная сказка приобрела новое звучание с использованием современных технологий. Специально к новогодним праздникам в Донецкой опере готовят премьеру. Роскошные костюмы и 3D-эффекты. На сцене Донецкого оперного театра старая сказка приобрела новый вид. Спектакль «Золушка» в репертуаре театра уже давно, но в этом году его усовершенствовали, чтобы удивить даже привыкших к компьютерным спецэффектам современных детей. Сказочную атмосферу создают 3D-проекции. Эту аппаратуру использовали для масштабной постановки оперы «Летучий голландец». Тогда объемный видеоряд создавали немецкие специалисты. Сегодня справились своими силами. Это не совсем 3D, как в кинотеатрах обычных. Это 3D существует за счет самого параллакса сцены. Вот. И за счет этого как бы появляется объемная картинка. Мы делаем картинку и потом складываем все эти картинки в определенный плейлист. Обновили и костюмы. Дольше всего трудились над бальным платьем Золушки. Одного фатина на этот костюм пошло 50 метров. Это только верхний слой юбки, не считая кружевов, красивых камней. Но это еще, естественно, будет доработка в костюме. Режиссер признается, что ставили спектакль в кратчайшие сроки. За месяц пошили костюмы и создали 3D-проекции. До премьеры чуть больше недели, поэтому репетировать артисты будут даже в Новый год. То работать в театрах, они, естественно, дарят радость людям, я надеюсь. Утренники, сказки, то есть мы работаем. Отдыхаем мы уже после праздников. Премьера «Золушки» в 3D состоится в Донбасс-опере 2 января. Ольга Соломяна, Анастасия Пугач, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс». На этом наш выпуск завершается. Увидимся во время новостей Донбасса. Всего доброго.